Обычно шутки с дополнительной реальностью до добра не доводят. Мало того, что для ее создания нужно море энергии и технических приспособлений, так ведь еще и есть риск оставить там какую-нибудь часть тела или стены, например. Не очень приятная перспектива, и похвастаться перед друзьями с помощью этого не получится. Другую, более безопасную альтернативную реальность продемонстрирует игра Air App Dosenwerfen. Как вы уже поняли, море энергии ограничивается лишь вашим аккумулятором, а технические приспособления – вашим мобильным устройством. И действительно, все довольно просто. Для игры вам понадобится специальная картинка, которая доступна либо на страничке приложения в Google Play, либо на сайте разработчиков. Неважно, где будет это изображение – на мониторе, на телефоне или распечатанное на принтере. Главное, чтобы оно попало в зону действия камеры, которая активируется с запуском игры. После этого начинается самое интересное. Приложение достроит дополнение к плоскому изображению, передняя сторона которого и будет вашей картинкой. После появления куба передняя его грань упадет, и вам откроется пирамида из банок, которую нужно будет сбить мячиком. Чтобы запустить мячик, стоящий в коробке банки, вам нужно просто нажать на специальную красную точку в левой части экрана и начать удалять гаджет от распечатанной или открытой картинки. Таким образом, вы сможете задать силу броска. На все про все у вас будет 3 попытки. Это приложение вряд ли подойдет для повседневного использования, а вот для создания вау-эффекта оно подходит как нельзя лучше. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.